Правительство Саратовской области уделяло большое внимание всем колледжам, техническим училищам нашим, с тем, чтобы там было все необходимое для изучения сегодняшних технологий и технологий будущего. Тогда наши ребята будут конкурентоспособны, и они смогут приходить и работать. Вот здесь вот средняя зарплата 50-70 тысяч. Сварщик вот получает как раз именно эту зарплату. Здесь основной костяк – это сварщик. Вот в следующий раз приедем, давайте пройдемся по всем нашим профессиональным училищам, колледжам, посмотрим, какие условия, есть ли замечания или проблемы, которые необходимо решать.